Всем привет, дорогие друзья! Мы вновь на канале Видеоигровая от 7К. Это первое видео про прохождение Poppy Boy Time. Сегодня расскажу вам, как пройти Poppy Boy Time. Это будет отдельное видео. Первое видео я покажу, как забрать красную руку. В принципе, вот, начнем эту игру. Я покажу вам, как все использовать. Я думаю, что у меня все получится. Потому что я надеюсь, что игра прикольная. И мы очищаемся вот сюда. Так, сейчас мы используем зеленый, березовый, желтый, красный. Так. Зеленый, розовый, красный, желтый. Так, и надо вторую еще врубить. Вот она. Кассета. Так, в принципе, сейчас мы рассмотрим все тут. Сейчас мы будем проверять баги. Работают они сейчас или нет? Тут, в принципе, первая самая необычная штука. Смотрите, тут грязь, да? И как я в нее захожу, то грязи становится много. Вот. И тут также. Такая же местное положение, как и в тут. Вот у нас, видите? Все, разработчик у нас спалился. Это, наверное, во второй главе мы тут будем. И тут они вот будут вот такие прям. Не знаю, тут каждое вот такое. Где меньше, то становится больше. А где больше, то становится меньше. Обычно так. О. В принципе, сейчас мы возьмем наш грэг-пак. Вот. И пока видео шло, пока мы говорили, там всякое. Так, у нас там передача все еще идет. Вот так. Вот так. В принципе, сейчас мы будем проходить первое критическое задание. Смотрите. И видите, она сразу появилась. Все, взяли. Идем сюда. Потом сюда. Если у меня не будет... Извините, что не будет звука, потому что я единственное это видео. Все единственные, они все по японски. А что надо? Ну, не знаю. Юристическое задание. Надо пройти это на изи. Сейчас покажу вам. Видите, Хаги сейчас перед нами глазами. А мы думали, что он вот так там пошел, пока мы задание делали, убежал. А нет, это просто такие вот рассказы. Кстати, как я заметил только что, то что Хаги, он такой же брал между положений, как вот этих рук. Так, идем сюда. И вот все, когда мы играли в Poppy Boy Time, надо задавать вопрос, почему Хаги Лагис будет? Потому что он отомщает всем сотрудникам Poppy Boy Time, или Poppy Time, то, что они издевались, там, они делали из, знаешь, из чего делали? Это игрушек, вот эти, из людей. И Хаги Ваги понял это, и он решил отомстить ему, и он начал пожирать! В принципе, да. Как, и вот мы встретили нашего, как обычного, злого Хаги-Ваги. В принципе, так, надо найти еще вот одну кассету. Давай, надо найти еще плюс вот одну. А где она, я и сам не знаю. Что ли? Наверное, за полочками, наверное, где-то. Наверное, где вверху. Где тут есть? Не знаю точно. Так, взяли вторую. Первая, то есть кассета. Тут только одна кассета. А, вот она. Все, взяли. Можно даже издалека. Можно не полностью открывать. Вставляем кассету. Это будет половина видео, как забрать красную руку. Следующее видео выйдет через неделю, не знаю. Когда она выйдет, но точно я не знаю. Вот наша рука берется.
Мы пройдем одно электрическое задание, и вот все. Вот. Но и оно не дошло. И все. Мы с вами взяли красную руку. Все, теперь у нас есть две красные руки. Все, сканируем две руки. И все. Вот так мы быстро взяли, забрали все две руки одновременно. И сейчас мы будем... сейчас мы посмотрим, что добавили в новое обновление. Playtime. Все. Кстати, если вы будете ходить, то ваше ускорение не будет даваться. И бегать вы тоже не можете. Вам осталось только ждать, пока это все так закончится. Закончится. Первая. Вторая. Третья. Тут четыре все. И все, мы оказываемся сюда. Все. Кстати, тут можно и правда укольнуться. И сейчас я вам покажу, как пройти следующее задание. Такая звездочка. Смотрите. Они стали золотыми прям. Зачем разработчик такое сделал, я не знаю точно. Ну, я с разработчиком не связывался, но я вообще не знаю, кто разработчик Playtime. Игры самой. А потом вот так. Так. Все. За два штриха мы это сделали. Почему я все прохожу на изи? Потому что я на телефоне играл тоже. Вот. Мы прошли электрическое задание. Вот такое у меня видео. В следующем видео мы сделаем куклу и потом будем убегать от Хаги-Ваги. Если вам понравилось видео, поставь лайк и подпишись на канал. Ну, с вами был Видео от 7К. И всем пока.